мы разработали программное обеспечение для видеопроекции в интерьере. Эта технология называется видеомэппинг или проекционный дизайн. Программой пользуются администраторы кафе, ресторанов, банкетных залов, воспитатели и психологи в детских садах и центрах. Среди наших клиентов есть организаторы мероприятий, декораторы музеев и театров. Особенность нашего решения в том, что это проекционное шоу не на один раз. Каждый день можно включать сотни видеопроекций для оформления помещений. Помимо проекционного дизайна, программу используют в сенсорных комнатах для релаксации и психологической разгрузки. Также проводят обучающие занятия с детьми. И теперь хочу познакомить вас еще с одним чудом. Сегодня моя бабушка попробует настроить проекционный дизайн. Она посмотрела обучающие видео, но еще ни разу не делала это через проектор. Настройка программы состоит из двух шагов. Обводим мышью детали интерьера, чтобы проекция их учитывала. Изображение не будет попадать на шкаф или диван, но будет встроено в другие области. Фигуры для проекции могут быть любых форм – прямоугольные, изогнутые, круглые. Можно сделать область из картинки, например, логотипа. Выбираем анимации и эффекты для проигрывания и вставляем в нужные области. Полная библиотека включает 1200 анимаций. Можно вставлять свои видео, картинки, фотографии или текст. При необходимости создаем плейлист из нескольких сцен. В дальнейшем анимации будут сменяться автоматически или при нажатии на кнопки клавиатуры. Можно наложить проекцию на объемные фигуры. Сохраняем настройки и затем запускаем проекцию по двойному клику на ярлык. Можно настроить автозапуск при включении компьютера. Проекция будет работать без участия человека. Программу скачивают через интернет и устанавливают на компьютер. При необходимости мы отправляем ее на флешки. Наши клиенты имеют поддержку на всех этапах. Выбор оборудования и настройка. Работа с программой и обучение. При необходимости мы дистанционно подключаемся к компьютеру клиента, обучаем и решаем технические вопросы. Наши клиенты получают регулярные обновления программы и библиотеки анимаций. Можно использовать любые видеопроекторы, домашние, офисные, инсталляционные. Мы подбираем проекторы в зависимости от размеров помещения, цвета поверхности и освещенности. В затемненном помещении проектор со световым потоком 3000 люмен оптимально использовать на ширину картинки 3-4 метра. Чтобы создать изображение шириной 10-15 метров или осветить 2-3 стены, понадобится несколько проекторов. Можно создать разные проекции или одно единое изображение. Мы умеем швать проекторы и проецировать на изогнутых поверхностях. Краткофокусные проекторы располагаются на расстоянии 1-2 метров от стены. Обычные проекторы на расстоянии 4-10 метров, в зависимости от модели. Проекторы крепятся на кронштейн, под потолок или к стене. На мероприятиях или в детских садах часто проектор устанавливают мобильно. На стол, стойку или прямо на пол. Проецировать можно как на стену, так и на потолок. Поверхность для проекции лучше всего светлая, белая или бежевая. Также можно использовать светлые оттенки желтого, голубого, зеленого или серого. Если поверхность темная, нужно установить более мощный проектор. Можно проецировать на объемные фигуры, детали интерьера. А при помощи пустых рамок с белым фоном мы создаем проекционные картины. Мы поставляем нашу программу как отдельно, так и готовые проекционные комплекты. Для детских садов и центров мы также поставляем интерактивные полы и песочницы. Мы аккредитованы в единой информационной системе госзакупок. Очень приятно, что ваша компания с нами поработала. Мы впервые на сцене применили живые декорации. Зрители в восторге, мы тоже очень довольны. Оформление, которое создала эта программа, было необыкновенно изящным. Ребята предоставили нам такую уникальную возможность. Нам было очень приятно с вами работать, потому что вы прям все четко, вдумчиво все сделали, как мы просили. Именно с вами вместе работая, нам удалось создать такое чудо.